Всем привет, друзья! Здесь мы будем с вами играть вот такой вот, точнее, водить вот такой вот бульдозер. Кстати, это не совсем чисто бульдозер, это какая-то смесь, собственно, бульдозера и этого грузовика. Вот увидите кузов. Вот, это, скорее всего, какая-то снегоочистительная техника. Так, ну поехали, посмотрим, что делать надо. Тут вроде дороги чистые, уже снег убрали. Так, ну поехали. Тут, кстати, врезаться вообще нельзя, я знаю эту игру. Один раз во что-то врезался, и приходится все заново. Еще усложняет то, что машины здесь едут, и они сами могут зацепить тебя. Так, ну пока едем-то без происшествий особо. Так, вот на этом повороте надо быть очень аккуратно. Главное, чтобы навстречу никто не ехал. Так, вроде пока не чисто. Блин, только уже проехал, обидно будет где-нибудь сейчас во что-нибудь да врезаться. Так, там сзади еще кто-то едет, пусть проезжает. Так, как он меня там не коснулся, я даже не знаю. Так, блин, очень сложно. Так, куда-то я выехал. Непонятно, правда. Ой-ой-ой-ой. Так, ё-моё, тут опасно. Так, я даже не вижу. Так, кто-то едет, не едет. Ну, наконец-то хоть какой-то нормальный заехал место. Хотя тут тоже машины ездят. Я думал, они только стоять будут. Нет, вот еще кто-то ездит. Поэтому тут сложнее еще будет. Так, и как мне туда заехать? Вот тут тоже сейчас было очень близко. Так, я приехал. Неужели я с первой попытки прошел этот уровень? Так, поехали, новый уровень. Так, тихо-тихо. Нам надо назад ехать. Заднюю передачу забыл включить. Так, ну это тоже, кстати, бульдозер, только чуть другой. Но тоже похож на снегоочистительную технику. Блин, как-то надо развернуться. Так, ну теперь поехали вперед.
тут такие повороты не очень простые получаются. Так, там. Блин, ладно, успею я. Ждать, пока он... Нет, нет, нет. Так, там не получилось. Давайте еще вот этот уровень попробуем. Там как-то слишком сложно было. Я поздно затормозил. Так, поехали. Вроде техника снегоуборочная, но что-то нет такой задачи тут. Как расчищать дорогу. Тут уже, видно, все за нас сделали. Так, нам сюда. Так, и я вот приехал.